видишь, Росомаху. Сними. Сними, делаешь Росомаху. Росомаха из Москвы. Зря там сидишь, бля, птица. Это кто? Тетёра. Пуч. Улетела. Ё-ё. Упала. Упала, да. Кто стрелял, того и тапки. Ну, пойдем, достанем. Пойдем, достанем. Да хочу искать. Вот, вот. Чё? А я, пошли. За сегодняшний поход? А я. И сюда, на. Пошли самого настоящего фрола. Включил. Всё, запись пошла? А, да, вроде. Там идет время? Смотрите. Боком валит. Бля, что-то я и забыл про это, что нахуй я за ним не слежу, за камерой. Что, мне нравится, там защита хорошая. Ты никогда не видел, как возит на задних колесах? Я? А? Я видел, как на передних ездит. Нет, ты не понял. На дыбы становится. Ну я понял, я тебе говорю, что видел, как вот так на дыбы. Ну, на передних поднимается. Короче, едем в тайге. Тех, кто не знает. Я ля-ля и полкило. Вокруг на сотни километров нет никого. Только какие-то москали на паркетнике. Ну, покупают люди, да? Да. Прокладки. Потом, блядь, я еще не застревал, заметь. Потом вытаскивай их, блядь. Слышь? И прокладки. Я почему-то предполагал, что такое может произойти. У меня была такая мысль. Прокладки не меняют. А он, я так понял, там что, рамой, да? А он полностью на брюхо сел, блядь. Колью спрыгнул. Так бы, да, не одно долго сидел, блядь. Попался, блядь. О, патент. Лаги под порог через щурку вывешиваешь. Поджерики-то они повыше вроде, да? Просто поджерики. Так же. Ну, в любом случае, если такое брать, надо все равно выше делать. Для веса. Ну, ты видал, на сухом аж скользит. Он еще и пешеход. Гусей-то стрелять будем, нет? Где ты их сейчас найдешь-то? А есть? На Михеевке сидят, а? На Михеевке сидят. А гусей-то? Угу. Это на то болото, что лети? Угу. И мне это же через час. Там все ноги поломаешь. Ты был когда в прошлый раз оттуда мясо-то выносили? А? Конечно, когда Игорек, ты чуть ногу не сломал. Он здесь, ну, сидит, да. Видишь? Кто сидит? Сова сидит. Давай сову нахуй снимем. Уже не снимешь. Зачем ты ее напугал? Вот отсюда, вместе с мелкашкой. Мелкашки запросто. Он еще. Я из гладкого тут запросто, блядь. 20 метров, блядь. Саму жрать нельзя, да? Деликатес? Да. Деликатес. Шейн пытается, может быть, заразный. Да нет, тут мыши-то что? Мыши-то не которые у нас в городе, здесь самые чистые мыши. Тут можно и мышей жарить. Снимаем в HD качестве. Мизинец будет в камере виден. Сейчас уже нет, сейчас уже.
это сейчас будет такая нормальная канава, даже не одна, по-моему. Мы только зашли, косачи подняли дофига. Я думал, вы стрелять начнете. Надо было стрелять, что боялся. Бери левее туда. Еще. Пришлось перегазовать. Собака-то подкралась, мы когда уже пошли, собака подкралась сзади. Я так прикинул, если волк будет так налетать. Мало будет времени среагировать. В принципе, можно было сказать. Но опять же, собака, она не подкрадывалась, да, подлетала. Ее услышал только за 5 метров. А вот здесь я не помню, как мы ехали. По-моему, по обочине. Да, по обочине. Давай быстрее, блядь, я же сзади еду. Станция, держите. Да. Что-то не торопится. Где-то так. Специально хотел, чтобы я застрял, чтобы счет был 1-1. Не надо. Я вылезать не хочу. Что ты смотришь, как ты? Может, они подумывают. А, блокировки там вырубает. Так разве выехали? Там же еще будет канал сейчас. Последний, самый дерьмовый, где она будет. И на пол корпуса выше берешь и попадаешь. С мелкой бы пристрелялись. Конечно. За 150 с мелкой тогда в прошлом году. В прошлом году с мелкой за 150 снимали. Ну, вот я тебе про что и говорю. А дальномер у Миши лежит в багажке, в этом бардачке. Да, блядь, три магазина по косачу выстрелили, блядь. Батя пострелял, Миша пострелял, блядь. Я сзади форточку опускаю только с первого выстрела. Пришли, попал, блядь, под голову, пацан. Ты как стрелял-то с помощью двери, как бы это, да, узел на дверь? Нет, я на руке. Так, это вообще точно было бы лучше, конечно. Они, в принципе, никуда не собирались улетать, можно было прицеливаться и прицеливаться. Смотри. Ну. Что он выходит? С винтовкой. Чего? Лось пришел. М? Переход. По нашим следам.
Так, это, по-моему, та самая, где слева ходить или нифига? По-моему, нифига. Я вас тут. Я жду, буду ждать сейчас здесь, когда проедет. Посмотрю. Бля, вот его заносит тоже. Ну, примерно так и будем ехать. Вроде не. Вот это оффроуд, вот это оффроуд. Ну, ему, конечно, он как ведущий, ему немножко сложнее. Ёптать, блядь, держи, короче, камеру. Сейчас будет полный пиздец, блядь. Даже я не знаю, что делать. Вот левее езжай. Думаешь, левее лучше? Да. Я только не соскочи. Смотри, не соскочи, потому что здесь прошпалка, мостики, блядь. Во-во, и пошел прямо. Сильно покупает ведер, блядь, потом ездят поперек. Прокладку там меня. Яйчик, сядь. Где оттуда? По стоимости, блядь, здесь под джериком в 3 раза. Иди на место. В 3 раза дешевле. Начальная это самое 900 тысяч. С ручкой. 980, так. Еще меньше миллиона только. Пол Сузуки можно под джером в багажник запихать. В багажник Сузуки можно положить 2 запаски от под джера. Наверное, даже одну. А, и то, наверное, одну, блядь. И баллонник. Последняя канала должна быть. Сегодня поедем, это самое, в темноте охотиться. Последняя поездка, потому что, ну, все, больше позволять не будет. Ну, еще, может, пару таких коротких можем сделать ночью. Что, зайцу кошмарик? Ночью. Я смотрю, они ночью... Не ночью гуляют, они гуляют под утро. Потом я нарезочку сделаю под музычку. Оффроуд. На второй прохожу. Он, наверное, униженный, блядь. Метров. Да ладно, не вижу. Ну-ка. Вон на бережье, блядь. Далеко. Заебешься идти потом.
полчаса идти будешь, потом, блядь, искать еще два. Да, их быстро еще. А вот это, блядь, сейчас надо будет как-то. А, сейчас руку пройдет. А нахуй он лезет? Болел. Конечно, болел. Если бы сейчас спокойно, он, блядь, даже не утонул. Вот тут мы гусей стреляем. Тут болото. По идее, должны шугануться сейчас или как надо? Надо там рядом, наверное, проходить. На болото надо. Как Миша там, да, зашел на болото. С маленькой он вышел на угоры, пощелкал, сходил, пособирал. Только что у нас в бронях только Юрич. Офроуд, кур на дверь.